В музее дом-ателье архитектора Левчака представили копию царского кафтана, выполненного по старинным рисункам из лиловой тафты с вкраплениями из золоченой парчи, сшитыми искусственным жемчугом. Он хранится в музее МХАТ. В этом сценическом костюме в 1898 году актер Иван Москвин исполнил роль царя Федора Иоанновича в спектакле «Царь Федор Иоаннович» по одноименной пьесе Алексея Толстого в постановке Константина Станиславского на сцене Нового Московского художественного общедоступного театра. К слову сказать, Станиславский впервые по-настоящему стал заниматься театральным костюмом. Во время работы над спектаклем «Царь Федор Иоаннович» постановочная команда отправилась в экспедицию по городам России. Искали не только сами подлинные старинные костюмы, но и образцы вышивки, старое церковное облачение. Благодаря этим находкам спектакль на тот момент вышел аутентичным, а исторические костюмы выглядели практически идеально достоверно.